Котлетка с картошечкой. И Василисочка умничка. Да, это? Вот так, ты картошечку ложечкой. Бочка. Василек, ты давай мне доедай картошечку с котлеткой, хорошо? Но Софишка, смотри, какая рыбка там плавает. Да, дочур? Как рыбка делает? Да, вот я так вот. Да, мой зайчик. Что-то ротик открыла. И у Василисочки рыбка. Дочина, какого цвета рыбка? Синего. Да? Ну что ты делаешь? Зачем? Нельзя. Рыбку нельзя солью кормить. Ты что? Нельзя, солнышко. Она не голодная. Софишка, иди сюда, зайка. Куда пошла? Ку-ку! Ку-ку! Скажи ку-ку! Софишка босиком. Не хочет снимать ботинки. Всем приветик, друзья мои! Сегодня Новый год! Ура! А мы-то с Димулькой готовим салатики, оливьешку, селедку под шубой. Василёчек конфеты наяривает. Ну и папа тоже наяривает. А мы смотрим фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром». Подарочки еще пока что не распаковывали. Сейчас Софишка проснется, будем дарить друг другу подарочки, поздравлять друг друга. Еще мы кое-кого ждем в гости. Пару часов уже будем накрывать праздничный стол и провожать старый год. У нас под елочкой новые подарочки появились, позже скажу от кого. А сейчас я хочу распаковать праздничную посуду и украшать новогодний стол. Поздравили с Новым годом и подарили нам праздничный торт. Боже мой, какой он красивый. Здесь елочка, снежинки, новогодние прянички, голубика, клубника, я уверена. Он очень вкусный. Как вы думаете, от кого торт? Мы провожаем старый год и ждем Новый год. Ура! Ура! Пусть все плохое, все печали, невзгоды останутся в старом году, а в Новый год мы заберем только все самое лучшее, да? Это семью, любовь, ура! Детей, да! Ура! Ура! Наступающим! Софишка, давай, ты любой семью с наступающим! Путина. Уже скоро Новый год. Через 4 минуты. Ну, знаешь, шампанское готово. Готово шампанское. Да, чтобы не бахнуло. Так, под курант его нужно открыть. Конечно. И загадать заветное желание. Самое заветное. Мы загадаем. С наступающим Новым годом. С наступающим, друзья. Скоро Новый год. Ура! Наши девчоночки, любимые. Свои квартирки.
со своей семьей. Я так счастлива, любимый. И я. Дай Бог, чтобы новый 2022 год принес нам много-много счастья, чтобы наши мечты все сбылись. Обязательно сбылись. Я верю в это. Я верю в тебя. Все плохое оставляем. Новый 2022 год. А тут забираем самое лучшее, недоброе. Приготовили бокалы. Папочка, иди. Приготовили шампанское, наше любимое. Зада, убери полотенце. Да я боюсь, бахнет потолок. У нас же натяжные маленькие потолки, детки маленькие. Конечно. Да, точно. Лапочку поцелуй. Давай, крошка моя, танцуй. Получаю, ты далеко. Не скучала, но я вернусь, чтоб ты узнала, что я далеко от тебя. Уже, доченька, Новый год, с Новым годом. Мой любимый, я так вас люблю. Софишка, ну, покажи мне ее. Ну, она смотрит. Да, моя девочка, здесь машинки. А это тебе подарочек? И Софишке. Тут много для вас подарочков. И моей мамочке, нашей бабушке. Тут наборы с косметикой. Аленке. Мои девчонки уже начали открывать свои подарочки. Что там у вас? Показывай маме. О, ничего себе! Это кто такой? Тигруля. Тигруля? Что там еще, зайчик? Давай. Ух ты, какая прикольная игрушка. Да. Это перчик, что ли? Да. Василиска, тебе нравится? Да. Ты рада? Доченька моя любимая. Боже мой. Василечек, это вам посуда для кухни. Будете куховарить, мои помощницы. Мои девочки любимые. Василек, вас еще там подарочки под елочкой ждут. Слышишь, котенок? Это еще прикольная игрушка, нам бабушка подарила с Аленкой. Класс. Так? Ух ты! Ну что вы там, покажите. Вау! Это Софишки тоже от бабушки. Пожалуйста, мой сладкий ребенок. Вот еще одна моя девочка играет. Ой, как ей нравится эта игрушка. Да, да чего? Ух ты! Класс. Baby shark do-do-do-do-do-do, baby shark do-do-do-do-do, baby shark do-do-do-do-do, baby shark. Mommy shark do-do-do-do-do, mommy shark do-do-do-do-do, mommy. Димулечка, да. Ты доставай свой подарочек под елочкой. Да, вот этот пакет. Да. Как ты угадал, что этот пакет? Детская, так, это нашим девчонкам подарочки. Давай, мы хороши. Детская. Это тебе. Нет, это тоже Василиски, Софийки, да. А вот это тебе, зай. Вот, худи. Я знаю, как ты любишь футболочки, худи, шортики. Класс. Как тебе? С Новым класс. Годом, любимый. Спасибо, любимый. А футболку давай показывай. Давай. Пожалуйста. Опа, смотри, какая классная. Ура, салют! Василечек, девчонки мои уже открывают вторую часть подарков. А ты чего стоишь? Софишка, наблюдаешь за сестренкой? Доченька, ей так интересно, что же вы Серёг делает? Да чёрт! А вот твой подарок, открывай. Ух ты! Что это, Василис? Это набор из Баварии. Да ты что? Нравится тебе? Василёчек, ну как, нравится тебе? Да, спасибо, мама. Пожалуйста, моя любовь. А что ты нарисовала? А что в этой коробочке? Давайте вот эту коробку распакуем. Давай, Василёк. Папочка распаковывает еще один подарок, а это для Софишки. Давай скорее. Ух ты, какая ляля! И набор доктора. То Василиска все наборчики растеряла.
Софишка, нравится тебе подарочек? И мне нравится. Да? Я очень рада, мои девочки любимые. Ой, сколько подарков. Счастливые. А рюкзачок какой прикольный. Да? Тебе нравится? Давай! Моя любовь. Прикольно. Да чура, коньки, покажи коньки. Дед Мороз тебе подарил. Повернись, зайчик, покажи. Ну, достань их, покажи коньки. Ой, какие классные. Да, когда пойдем на каток? Хорошо, договорились. Моя радость. А рядом чьи коньки стоят? Правильно. Будем вместе кататься, да, зайчик мой любимый? Ну, здорово. Василисочка, это тебе. Спасибо. Пожалуйста, цвети и пахни. Давай откроем. Там фоторамка, шампунчик, гель для душа. Кто это, зай, с какого мультика? А с какого мультика? Маленькая страна. Маленькая страна, кто мне расскажет, кто подскажет, где она? Как бы не было зимы в городах и селах, и никогда б не знали мы этих дней веселых. Не кружила б малышня возле снежной бабы, не петляла бы лыжня, кабы, 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 не петляла бы лыжня, кабы, кабы. Показала свой подарочек, я давно их хотела. Это парфюм 24К, один из моих любимых парфюмов. Все пошикайся. Боже мой. Love my life. I am powerful. Всем приветик! Мы приехали в парк погулять, пришли в кафешку перекусить, погреться. Здесь так весело. Люди все гуляют, музыка играет. Круто. Да я уже дома сидеть, если честно. Вчера дома сидели, позавчера тоже салаты доедали, в принципе, как и все. А сегодня мы двинулись погулять. Правда, очень холодно на улице. И вот на мне надето два свитера, и мне это холодно. И вообще мерзлявая, честно, мерзлячка еще та. Ой, зайчик, прик-прик. Софишка, ну что, вы там потанцевали? Саюш, расскажи маме. Музыку послушали там? Ням-ням принесли. Да чура! Сейчас будете есть. Спасибо. А это мне глитвейн. Еще ни разу такой не пила. Так вот, это облепиховый глитвейн. На белом вине, на красном не было. С красным вином выпили. Идем, мой зайчик. Ух ты. А это нам с Димулькой принесли. Love me like you do, la la.
пугают ни волны, ни ветер. Плыву я к единственной маме на свете. Плыву я сквозь волны и ветер к единственной маме на свете. Меня не пугают ни волны, ни ветер. Плыву я к единственной маме на свете. Плыву я сквозь волны и ветер к единственной. Софишка. Мамины фарики, да? Красота. Ой, какой Мишка! Маленький человечек, и вот такой огромный Мишка. Да, доченька, тебе Мишка понравился? Зайка моя. Динозаврики, да, Софишка? У нас тоже дома есть, да, Дина, зай? Дети игрушки выбирают. Приехали в остров мечты. Вот стоим уже здесь полчаса. Уходим с этого островка. Пойдемте в другое место. Девчонки, бери сестренку за ручку. Ой, как страшилки какие-то. Бери сестренку за ручку. Пойдемте нам в ту сторону идти. Пойдемте. Хот-дог. Как я хотела хот-дог. Давно не ела. Вот такая кафешка. Кстати, хот-доги редко где продают, да, зай? Да. Обычно бургеры. А Василечек что ест? Картошку, пюре. И что еще? Вот это я понимаю. Правой ручки держи вилочку. Давай. Еще? Давай папа еще накали котлетку. Нет. Возьми в правую ручку. Вот, молодец. Нет, руками не надо есть. Давай, ешь, зайчик. Здесь и сейчас, и нам не надо ждать завтра. Сказать, я люблю улететь. Хочешь? Мороженка захотели. Ну давай. Выбирай, давай купим мороженка. Бери мороженка. Что нужно сказать? Пожалуйста. Сколько с нас? И Софишке тоже сделайте. Какую дочер хочешь? Мороженое очень вкусное, мороженое я люблю. Мороженое очень вкусное, лучше десерта не найду. Девчонки, ой, повисли колбаски. Василиска с девочками играет, катается. Карусели, прикольно, детская зона. Сладкая учится кататься на коньках. Как старается. И я тоже учусь кататься на коньках. Здорово! Так круто! Не раз вставала на коньки лет 15 назад! Научиться кататься на коньках, я прям мечтаю с ней за ручку на коньках покататься. Так круто. Я, кстати, ни разу не упала. Раскаталась.
какие хорошенькие сурикаты, да, доченька? Такие милые, да? Ой, нравится тебе, да? Отдыхаем с любимым. Да, Лапонь? Да. Как здорово, наши детки. В детской зоне с аниматором. Сейчас вам покажу. Они где-то там. Там Софишка, Василиска. Они где-то там, в шариках. Так, это не наш малыш. Кто там? Ух ты, это шиншиллы. Да, доченька. Класс. Сейчас Сетя нам достанет. Серенькая и беленькая, да? Их две штуки. Девочка и мальчик, да? Да, доченька. Как мы научились? Вот, да. Не бойся, да чё? Погладь шиншилла. Вот так. Молодец. Хорошая шиншилла. Видите, он цвет поменял. Он был зеленый, сейчас стал красный. Обалдеть! Это хамелеон, да? Да. Это ящерица. Какая ты красавица!